Всем привет! Это проект «Люди равно Балаково», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Если бы существовали параллельные реальности, то в одной из них наверняка спонсором полета в космос были бы старообрядцы, ведь они всегда поддерживали технический прогресс. Как пример, наш город. Основав его вдали от центра страны, старообрядцы сделали его центром Поволжья, и очень важную роль в этом сыграли Мальцевы. В середине 19-го, начале 20 века семья Мальцевых пользовалась огромным авторитетом. Богатейшие землевладельцы, обладатели многомиллионного состояния, хлебные короли и в то же время благотворители, которые много делали и для Балакова, и для его жителей. Братья Паисий и Анисим Мальцевы жертвовали на образование, культуру, помогали нуждающимся. В истории сохранилось множество примеров. Они приютили несколько тысяч людей, которые бежали от вот голодной смерти сюда, в Балаково, и кормили в течение всей зимы. Там только баранины было приготовлено для них, 40 тысяч пудов. Вот. То есть несколько тысяч людей были спасены от голодной смерти. Он раздавал зерно, муку. Свои богатства братья Мальцевы получили благодаря сельскому хозяйству и пшенице. И это дало толчок к развитию всего Балакова. По оборотам зерна мы уступали лишь Самаре, а по грузоперевозкам пшеницы – Нижнему Новгороду и Казани. Паисий и Анисим организовали здесь хлебную биржу. Здесь началась активная торговля хлебом, пшеницей. Здесь многие купцы, капитал вращался. Именно поэтому здесь была возможность что-то открывать, что-то развивать. Именно поэтому здесь была возможность сбывать продукцию. Один путешественник того времени говорил, что даже экономика в Европе зависит от пшеницы, отгруженной с пристани реки Балаковка. Экономика в мире очень сильно зависит от курса фунта стерлинга. А курс фунта стерлинга зависит от цен на пшеницу на лондонской бирже. А вся пшеница на лондонской бирже идет с Балакова, от купцов Мальцевых. Но сами Мальцевы верили, успех зависит не от пшеницы, а от морально-волевых качеств. Братья были воспитаны как настоящие старообрядцы. Им с детства привили уважение к людям, желание помогать, стремление к образованию, скромность. Наряду с этим консерватизмом существует очень большая гибкость и живость ума, которая позволяет воспринимать все новое в области техники, прогресса. Эти купцы вводили самые-самые лучшие новинки производства, лучшие станки завозили. Там были и общежития с душем, там был 8-часовой рабочий день, там были не только церковь, но и кинематограф был построен. Они закупали пароходы, они строили железные дороги. И в Балакове до сих пор есть здания, которые построены на средства Мальцевых. Этот храм единственный в Балакове, который пережил столетие и не был разрушен в годы советской власти. Сейчас это памятник федерального значения. Он был построен по проекту Федора Шехтеля на средства Анисима Мальцева. Конечно, Паисий тоже участвовал в строительстве, ведь братья всегда поддерживали проекты друг друга. На возведение храма было потрачено около 1 000 000 рублей, что в нынешние времена равно 1 000 000 000. Жемчужинами архитектуры Балакова являются и усадьбы Анисима и Паисия. Если спросить у любого балаковца, какое здание старого города самое красивое, то ответ прозвучит один – усадьба Мальцева. Этот дом знаком и туристам. Есть легенда, что свой особняк Паисий построил для возлюбленной иностранки, которая отказалась ехать в Балаково, если там не будет роскошного дома. Паисий выполнил ее условия. Усадьба получилась прекрасной, а вот дама своего слова не сдержала. В итоге Мальцев редко бывал в особняке. А вот Анисим остался жить в отчим доме, который находился всего через квартал от усадьбы брата. Этот дом, в котором жил Анисим Мальцев, начал строить еще и его отец. Одноэтажное здание появилось на углу в середине 19 века, а затем разрослось на целый квартал. С одной стороны сад, с другой – большой каретный двор, в котором в роскоши содержались лошади. Анисим страстно их любил. Братья Мальцевы были увлекающимися людьми. Их интересовали самые разные сферы. Так Анисим собирал старинные иконы, но делал это для того, чтобы потом подарить храму. Иконы, которые там были собраны, они практически все были дораскольные. То есть это 16-й, начало 17 века. Это Эрмитаж, Третьяковка. Паисий коллекционировал книги, которые в итоге стали достоянием нескольких крупных библиотек. Скупал редчайшие томы, самые разные, начиная от рукописей старинных, заканчивая современными изданиями по всем наукам, на разных языках. Библиотека Паисия Мальцева стала основой книжных фондов этого Саратовского госуниверситета, Родического музея в Саратове, в РГБ, в Ленинке, которая раньше Ленинка называлась, в библиотеке есть большая часть этой коллекции. Паисий Мальцев собирал книги не для того, чтобы там вечерами сидеть, там листать, перебирать его, какой я великий собиратель, коллекционер, какая у меня коллекция. Нет, он это все готов был отдать, чтобы люди пользовались. Эти люди жили не для
для себя, а не старались для других. Поняв простую истину, что все в этом мире бренно и временно, Мальцевы стремились оставить после себя добрую память, и это у них получилось. Сейчас краеведы говорят, если бы не старобрядцы, то село Балаково никогда не превратилось бы в город, ведь именно такие люди, как Мальцевы, поддерживали технический прогресс. И это привело к тому, что уже в годы советской власти здесь появилось очень много крупных промышленных предприятий. Люди ехали в наш город со всей страны, и сейчас мы видим Балаково таким, каким его хотели сделать Мальцевы.